Наша ученица бывшая, она давно училась именно в этой школе, Туркина Елена Викторовна. Мы всегда рады ее видеть, а сегодня особенно. Поэтому вот наши гости сегодня расскажут о себе. Это, да, булочный лук. Я представитель булочного лука, стреляю из него. Потому что есть еще классические, которые вы видите иногда на телевидении, по соревнованию. Есть всякие охотничьи луки. Тоже лук у них практически пожизненная гарантия. Этот лук для меня специально присылали из Америки. Потому что у него натяжение такое послабее, чем у других. Лук, когда стреляет, он очень сильно вибрирует. Человеческому глазу это незаметно, но когда посмотрите на ютубе ролики, он прям вибрирует, стабилизатор все прям волнами так ходит. Такую модель просто. Ну тут, я думаю, вы сразу догадаетесь, уже правильные ответы давали. Это стрелы. 3 на 18 метров, по одной стреле в 3 мишени, и поэтому они могут быть такие толстые. Но тоже такими уже нельзя стрелять, есть максимальная допустимость, потому что иногда вам ближе к центру, тут и выиграл. Мне сделали такое устройство. Я крутю, двигаю, и происходит срабатывание релиза, так называемый. Он как курок и срабатывает. Менял все, образ жизни, это же нужно тренировки с утра до вечера, это нужно быть готовность. Тебе сегодня позвонили и сказали, ты завтра на соревнования улетаешь, что я собрался, в аэропорт поехал. Что я? Фотографируемся? Да, это книга о нашей школе. Здесь статьи наших учеников.